В голландском парке есть гигантские напольные шахматы. Они были установлены в 2010 году по проекту англо-французского композитора Джейсона Кушака. На территории этого парка много животных, которые не боятся людей. Здесь обитают серые белки, которых можно покормить с руки, что вызывает удовольствие взрослым и вызывает восторг у детей. Также по территории парка ходят павлины. Интересно, у этого павлина есть кличка? Наверное, он увидел работника парка и думает, что сейчас его будут кормить. Да, он хочет прям взлететь на эту территорию. Наверх. Вы видели? Офигеть! Смотрите, это прям как жар-птица. С него выпало вот такое перо. Не золотое, конечно, но все равно вот такое. Красавчик. Это прям хороший знак сегодня. Значит, день сегодня удался. Оставлю, наверное, его себе. Ты же не против, дружище? Нет. На, он. Он, скорее всего, пойдет кушать туда. А с 2010 года здесь ведется работа по созданию луговой зоны с дикой флорой и фауной.